Привет, друзья! Это снова Робот Макс Пластик, и сегодня у меня в друзьях Соня. И мы сегодня смотрим видео, которое предложила Соня. Она любит кей-поп, я к кей-попу отношусь очень так аккуратно, и вот то, что сегодня мы посмотрим, для меня будет в первый раз, а я так понимаю, Соня уже это видела. Ну, давайте посмотрим. Но это пока потанцовка была. Работа большая проделана. Я думаю, они там спят. Я надеюсь, что они вообще спят. Но. Это, я так понимаю, вокалисты, они еще петь должны, да? Это группа, да, это их песня, они под свою песню. Вот это... Ну, мы все смотрим. Ну, там в конце просто dance break. Там именно прям самый. Представь, сколько людей в подтанцовке, это как согласовать все надо. Смотрим.
я тебе так скажу, это сразу видно, что это сценическое танец. Почему? Потому что он ровный. Угу. Сами исполнители, явно у них танцевальная подготовка такая среднего уровня. Но я не согласна с тобой. Потому что видно, ну, может быть, это расхлябанность, то, что это. Потому что если сравнивать с теми ребятами, которые вокруг, у тех более такое тонусное тело. Ну, понятно. Это мое мнение. Ну, работа огромная проделана. Еще понятно, что будут костюмы и световые всякие штуки. Да. Плюс еще съемка с разных камер. Ну, я как-нибудь выступление тебе покажу прямо на сцене. Я признаюсь, я такое не очень люблю. Почему я такое не то, что не люблю, а не любви. Не нравится, не нравится. Здесь другой аспект. Оно не находит во мне отклика. Ну. Потому что когда много людей, ну, двигаются, ну, наверное, это с возрастом, когда ты уже наедаешься на этого, хочется чего-то иного. Mm-hmm. В любом случае, я не могу сказать, что это какая-то ерунда. В любом случае, это видно, что люди парятся, люди работают, и круто то, что тебе это, ну, K-pop forever, да? Друзья, всем спасибо. Надеюсь, было не очень нудно. Вот. Это наши первые эксперименты, поэтому подкидывайте нам видосики, которые хотелось бы вам, чтобы мы рассмотрели. В основном связанные с танцами, с музыкой. Увидимся с вами скоро. Пока-пока.